проблема здесь с полом, так сказать. Пусть работают. А как вы оцените поражение Евгения Адамова? Дело президента. Он мог сделать это ровно год назад, как раз после избрания его, 26 марта. Ну, возможно, как бы это год нужен был для какой-то утряски. И мы ожидали, что начнется именно с силовых министров. So we need some movement ahead. And that movement, at least currently in Russia, may be achieved sometimes, yes, through the change of the personalities. So let's hope that maybe this decision by Mr. Putin will change the personalities and will maybe help, you know, to move ahead in solution at least some of the things, like Chechnya, which has long ago to be solved, or maybe military reform, which also has to be solved. It was promised several times to be solved, and it was never solved. So maybe now there will be some movement ahead. В принципе, я отношусь положительно. Ну, а наверное, вас... наверное, самое главное то, что это люди гражданские, то есть они несколько с иных позиций будут подходить к решению тех глобальных вопросов, которые стоят перед нашей страной. Не, ну я против, пускай бы останутся, как и были. Вы против того, чтобы... Против смены руководства Слава Срутова.